Зная степени окисления элементов, можно составить формулу соединения. Например, составим формулу соединения алюминия и углерода. Запишем знаки алюминия и углерода рядом. Причем сначала знак алюминия, так как это металл. Определим по периодической системе Менделеева число внешних электронов. У алюминия 3 электрона. Атом алюминия отдаст свои 3 внешних электрона углероду и получит при этом степень окисления +3, равную заряду иона, элемент третьей группы. Число внешних электронов у углерода 4, элемент четвертой группы. Атом углерода, наоборот, примет недостающие до заветной восьмерки 4 электрона и получит при этом степень окисления -4. Найдем наименьшее общее кратное для численных значений степеней окисления алюминия и углерода. Оно равно 12.